В этот день мы проснулись в Прояно и выглянули в окно и увидели вот такое. Я немедленно вышел на веранду и начал снимать. Вот это наша веранда. А под нами вот такая церквушка, которая каждые 15 минут отбивает время. А вот самый дальний остров, вот это вот, это Капри. А слева вот эти знаменитые форальоны. А вот такой цвет у воды напротив Позитано. Мы сейчас туда поедем. Вот туда. А так наш домик выглядит с веранды. Это тоже под нами. Вот, Позитано, куда мы сейчас собираемся. Веранда у нас довольно большая, правда, воспользоваться ей жалко не удалось. Погода, в общем-то, не очень хорошая была. А сад у нас вот такой вот, вот прямо с плодами, висящими непосредственно здесь. И даже с лимонами. Так что все очень мило. Ух ты, какие горшки. Интересно, что это они там делают в них? Надо спросить у хозяйки. Очень милая хозяйка. Очень приветливая. Тут какой-то автопробег. С ума сойти. Все шумят, как я не знаю. Полиция впереди. Карабинеры, было классно. Во-во-во, да. Вот так вот. Написано «Став». Это нормально. Это тоже нормально. Кончились они, что ли? На таком расстоянии здесь ездят. Вот так только вышли, и сразу автопробег. А вот так здесь паркуются. А наша машинка сверху над обрывом стоит. Вот она. Ставить надо было задом, ограждения нет, дождь, темно, здорово. И это еще большое счастье, что вообще есть парковка. Мы приехали в Позитано. А здесь вот такой пейзаж. Там целая куча лодочек всяких. И вот это Позитано. Какой-то пляжик. Народ купается. Это, наверное, отель какой-то, вот здесь вот под нами. А народ там на пляже веселится вовсю, я смотрю. Очень ветрено. А где наше все? Вверху. Да, солнечные ванны. Здесь такой дворик внутренний. Первое, пожалуй, что мы увидели в Позитано, это совершенно потрясающую, какую-то запредельную красоту этого побережья. Вот там Прояно, там мы живем. А вот это, собственно, Позитано.
Поразительная красота. Вот такую панораму Ира сняла. И вот мы стоим и всем этим любуемся. Некоторые так просто раскрыв рот. Ну так есть же от чего. Чья-то крыша – это обязательно чья-то веранда. А люди действительно купаются, хотя и холодно. Правда, немногие. Детишки сидят над морем. Тоже красиво. Ну, двинулись мы вниз, к центру. В общем, не жарко, заметим в скобках. И тут же наткнулись вот на такую пару. Вы только посмотрите на их лица. И как всегда, совершенно фантастическая керамика. Ух, хорош! Городки здесь совершенно удивительно вписаны в гору. Каждый сантиметр используется. Вот так, например. Вот такой ширины здесь улицы, даже и с двусторонним движением. А это маленький городской автобус. Действительно маленький. Вот так здесь красят дома. Ну здорово. Сколько воздуха в этом кадре?
Но какая красота! Поэтому-то они не выпускают фотоаппараты из рук. Вот, например, ее кадр как раз с этого места. И это тоже. И тут мы проходим мимо уже совершенно умопомрачительно живописного места, вот с такими цветами. И немедленно все стали его фотографировать. И это ведь конец сентября. Пошли мы дальше. Какой-то, просто поразительно живописный город. Циркушка какая-то небольшая. Очень интересные здесь вот такие штучки. Такой вот Emergency Exit, например. Или вот такая реклама молочного шоколада. Хороша. Или спагетти, вот, например. И тут мы поняли, что мы проголодались. Тут рядом, естественно, ресторанчик. Но не это в нем главное, а вот это. Ну как тут мимо пройдешь? Ну мы и не прошли. Мы зашли в кафешку, потому что мимо витрины пройти было невозможно.
такие красивые пирожные там выставлены. Сейчас мы их будем все заказывать. Жень, да. Ты хотел холодного, что тут еще есть шейки. Я сейчас буду все заказывать подряд. Да. Ты что, голодный? Мы же ели перед выставкой. Ничего не поделаешь? Там записывается тарифка. Да. Put it as a meal. Yeah, but it's still from that same thing. Ой, кажется, что-то произошло. А все Танька снимает вообще, что ни попадя. Вот нет, чтобы... Вот, правильно. Достойный образ. Талия не обужена. Или вот Ирку опять же. Но ничего, кажется, все обошлось. Ну, перекусили мы. Дальше пошли. Веселее стало.